кто-то вперед, это армия, брат. Вот такая солдатская жизнь. Снова куда-то бежим. Автомат на груди переполнен рюкзак. Рота вперед. Я не могу больше. Терпи, чуть-чуть осталось. Руся, я не могу больше. Давай срежем через кито здесь поблизости. Давай, пошли, давай. Побежали. 22 июня. Где мы? 4 часа утра. День объявления войны. Подожди, слышишь звук? Что это? Смотри. Бежи! Где? Ну что, очнулся? Я сразу. Что происходит? Где мы вообще? Руся, что происходит? Да я сам не в курсе. Кто такие? Мы вас нашли в лесу раненых. Мы с марш-броска, мы с военной части мотострелкового 93-88. Какой военной части? Тут лес кругом. Сынок, ты чё? Какой лес? Мы вообще бегали, потом какой-то самолет выстрел. Мы не понимаем, что происходит. Так война! Год-то знаешь какой? Какой сегодня день? 13 февраля 42-го. Обрубай. Вот такие вот дела. Я не могу поверить, что все это с нами происходит. Как вообще это могло произойти? Как в кино в каком-то. Где наше оружие? Нам еще нужно наши автоматы найти. Какие автоматы? Вы били там, где без вы оружия, нашли? Когда мы вас нашли. А куда они могли деться? Ну, скорее, наверное, полицаи забрали. Нам нужно срочно их найти. Иначе нам от прапорщика кранты. Правда, я даже не понимаю, что вообще происходит, но оружие нужно вернуть. Ну, раз надо вернуть, значит забрали. В общем так. Здесь мы на этой дороге их и поймаем. Они каждые 2 часа делают обход. Мы тебя поняли, но... А что, они пешком, на чем? Пешком ходят. Там они, наверное, с вашими столами идут. Ну, это будет очень хорошо. Ну, собственно, эта малышка нам и поможет. Кажется, сюда. Давайте, мужики, быстрее, времени мало. Я в шапке, блядь. Быстрее! Все, уходим. Что творится? Руся, мы дома.